Всем привет, ЖКСПАМ, ЖЖ-шоу, продолжаем Хардстоун онлайн бои. Поиск противника, маг против охотника. Шайна и Рексар. Да, 20 рейтинг у нас. Не стоило напрашиваться. Так, не-не, вроде все карты хорошие, придержанных. Будет вначале тяжело, но я думаю, справимся. Да, повезло, мы карту дали ему и кристалл ман дополнительный, как бы сказать, фору дали. А мы что, мы можем на одного атаковать? Вепря боевого и охотница. Сейчас пойдет развала, секреты пошли. Так, что за секрет? Это мы на всякий случай. Всем наносит. Неплохо. Пойдешь на шашлык. Тебе же сказали. Мы положим сюда провокатора. Так, что вы будете вылаживать? Зверей сейчас, наверное, будет призывать. Да. Ну, понятно. Вот, как же что называется? Леок. Леок. Ну, с Леоком все просто. Раз. Два. И атака. Еще даже можно было, ну пока нам не надо, и это все придержим. Торопиться не будем, выкладывать все карты на стол, но мы пока придержим. Опять призывать случайно. Лео. Вот это да. Размен пошел. Ну, этого мы сейчас тоже вроде как заберем. Пожертвуем. Положим провокатора. Хотя... Не-не-не, стол будем очищать. Стол будем очищать. Хватит ошибок этих, когда мы оставляем зверей, а потом не знаем, что с ними делать. Стол очищаем. Так, вот, интересное. Мы сразу забираем его. Два на два гиены. Одну единицу всем наносит. Да в принципе мы можем его так сделать. Раз, два. Да, вот так вот будет нормально, по идее. Ну, а если не атакуют, там лучше потом... Перестраховался я на всякий случай фаерболом. Если вдруг он не, атак... не будет атаковать сейчас гиены, я все равно фаерболом ее заберу. Так, накастовал секрет. Это плохо. Это плохо. Ну вот, видите, как получается. Мы даже, знаете, как сейчас сделаем? Мы сделаем по-другому. Можно всем противникам один урон, раз, два. Ну, тут секрет, конечно, ну не знаю. Ну ладно, давайте проверим провокатором, что там за секрет. Вернул, это уже хорошо.
Ну ничего страшного, мы можем. 4 у нас есть. Давай поражим этого. Так. Ну 6, конечно, это он занял. Чтобы долго не церемониться с ним. Вот так. Так, что вы будете дальше делать? Снабжает оружием. Блин, мне бы сейчас этого зелененького, который это оружие уничтожает. Где же он у нас? Где же он? Провокацию на место. Вот такого героя закончить. Так, что дальше у нас? Оружие, атака у него. Сейчас, если накастует на копию выбранного существа. Здоровье равно одному. И добивать. Ну, 3 урона себе получил, ничего страшного. Кроколиск. Так, еще 2 урона. Ну, у нас есть отлично замораживать всех существ. Всех существ замораживает. Так, 4. Пока вот так. Вот так. Закончим. Сейчас положит еще пару карт, мы сыграем это. Да, это отличная новость. 5, ну ничего. Еще положи какую-то карту. Равным одному, хорошо. Ну, что поделать. Угу. Предлагаю вот так. Потом вот так. И атакуем. Закончить. Сейчас посмотрим, что он делает в этот ход. Вложи побольше карт. Ага, наносит 3. Ну, не так уж и страшно, скажем так. Вложить никого не будешь на стол? Нет. А мы как раз положим дракона механчика. Заколдованного нашего. Мы атакуем тебя. Элементаля. Так, посмотрим, что он теперь будет принимать. У него еще же есть 2 карты. Случайно уничтожает, если я не ошибаюсь. Сейчас будет зверей ложить. Ну и чего это? Непонятно. Не совсем понятно, ну ладно. Так, огненный шар, и у нас получается, смотри, 2, 4, 7, 7 плюс 6, 13, 14, ну практически мы его разложили. Интересно. Давай, так, 1, 2. 3. Ну мы спешить не будем, давайте бомбанем вот эту карту. И вот эту положим. Поднять щиты! А еще можно и заморозить и нанести 1 урон. Не будем этого делать. Закончить. А следующий ход уже будет последним для него, я так думаю.
предсмертный хрип. Ну, если провокатора не будет, то надо спустить собак. Вот это неплохо, неплохо. Раз. Где угадаешь? Раз. Два. Да нет, собственно, ничего уже не сделает. Дополнительный кристалл маны. Наносит герою 2 урона. Мы знаете, как сделаем. Да мы даже что мы ему сделаем? Атакуем. 3. Есть. 2. Он же, наверное, еще не подозревает, что у нас. Вот так вот его. И. Неплохо сыграно. Неплохо. Прошу прощения. Вот так вот, ребят, получилось охотника разложить. Ну, мне вроде понравилось. Действительно неплохо сыграно. Завоевали еще одну звезду. Ребят, всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.